квинта сейчас дал мощнее Мастейна, конечно. То есть такие штуки, да, для условных там. Просто неудобно в такой позе, да, что гитара как бы болтается, поэтому не самое как бы. Так, все равно как бы. Условно, конечно, там Мастейн и Хэммит, да, они даже против меня инвалида вообще все равно ничего не стоят. А когда если подвыздороветь, ну, это как бы абсолютно разные категории. Не-не, смотри, она держится на ремне. Я держу не руками, а ремнем. Поэтому если я сниму ремень, то ей будет сразу хана. То есть она держится, давит на шею и так висит. Поэтому если я сниму ремень, то как бы все. То есть я не могу ее взять. Обычно же на левой ноге гитара держится вот так. Но чтобы взять ее так, мне придется локоть выпихивать. А это сделать сейчас пока невозможно. Поэтому мне приходится вот в таком, как бы, в такой теме. Говорят, что на данном этапе лучше рукой не шевелить. Да, вот эту часть мне нельзя двигать. То есть вот это мне нельзя, например, такого сделать. Мне сразу чувак сказал, что все развалится. То есть нельзя вот так поднимать ее. Но брякать именно чисто, как бы, чисто кистью можно.